Всем привет! У нас сегодня очень новый и необычный челлендж «Что в коробке?». Здесь в коробке что-то будет поставлено. То, что нам, наверное, нравится, то, что мы хотим, наверное, получить. Но оттуда, зрители, вы будете видеть, а мы отсюда будем видеть такое разблюренное, все размытое изображение. Коробка прозрачная, но не 100%. Вот так вот Максимину руку видно, да? А чуть-чуть отними ее в сторону. И дальше, 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 и силуэт размывается. Вот, например, мой телефон. Разыгрывается в этом раунде iPhone. Ставим мой телефон, и что вы видите? Желтый кубик. Желтый лего. Ну, можно угадать, что это iPhone сразу же? Нет. Только если ты... Очень-очень сложно. Поэтому сейчас для нас будет реальный челлендж. Потому что, скорее всего, мы захотим получить что-то. И будем расстроены, если мы не угадаем. Как мы можем? Хочу шоколадку вкусную. Будет шоколадка вкусная в этом раунде? Мне кажется. Вот сейчас и посмотрим, что там будет. Одно очень важное правило. Не жульничать и не подсматривать. У нас боковушки вот такие прозрачные. Поэтому мы все сидим вот так дружненько. Внутрь не заглядываем. И вместе пробуем угадать. Так, получается, кто именно первый угадал, тот получает. А тот, кто попробует подсмотреть со стороны, тот дисквалифицируется с раунда полностью, да, и не участвует в розыгрыше той вкусняшки. Я надеюсь, там будут вкусняшки. Давайте уже начинать. Давай. Шоколадку, пожалуйста, хочу. Yes, please. Вот, там уже что-то видно. Я знаю, что это. Там хвост есть. А что это? Читос. Нет. Стой, а у нас есть 100%. Давай смотри, оно какое-то бело-коричневое, бежевое. Мне кажется, это хвост. Нет? Пушен! Бело-коричневый пушин? Правильно? Пушин пушин! А тебе бывает? Это что, я тебе хотел? Это да. В Америке только Макс говорил, такие есть. Только онлайн, я думаю. И плюс это не сейчасшная коллекция. А это старая какая-то или новая? Ну, какая-то прошлая, пару дней назад. Это, короче, пакет с молоком, кушаем, прикольно. Следующий раз не ставь хвостом в окно, потому что хвост реально видно было. Макс заработал первый свой кушин. А шоколадка когда будет? Он очень красивый, он прям реально как коробка, пакет с молоком бумажный. Вот, есть ушки, лапки, все есть. Я уже знаю. Я тоже. Это фрутлуп. Рэсис Памс. Фрутлуп. Фрутлуп. Фрутлуп с попугаем. Даже видно, что попугай нарисован. Да. Нет, это фрутлуп с маршмеллоу. Возможно, сильно близко стоит коробка к этому. Так видно цвета. Я первый сказал. Птица, там есть такой? Второй раз. Я обожаю фрутлупс. Chalky milk with fruit loops. Кстати, мы прочитали, это шоколадное молоко. А я уже сначала. Ты знал? Я не знал. Люблю. Откуда ты это взяла? Ну, помнишь, ты сказала сильно artificial flavors и colors. Так, где мои вкусняшки? Давайте уже сникерсы какие-то. Я готов угадывать сникерсы. Так, коробочка, откройся. 3, 2, 1. Я знаю! Doritos Stacks. Какой Doritos? Короче, это что-то длинное. Похоже на пачку Pringles. Не Doritos. А, или Doritos, да. Ну что-то такое высокое. Это может быть все, что угодно. Может быть, какие-то чипсы. Может быть, напиток. А, это Mystery Barbie. Может, вообще это бутылка, как школу вам? Это Mystery Barbie? Ну что-то как бутылочное такое. Пушиновая бутылка. А, мистери, ты имеешь в виду сюрприз такой игрушечный, да? Да. Ну я не знаю. Помнишь, так, давай смотреть. Синяя Барби надо окунуть. Давай, что мы видим? По-моему, низ зеленый, середина розовая, верх какой-то черный. Нет. А, да. Да? Угу. И верх, он плоский или там все-таки что-то есть? Что может... Давай, какие цвета вот могут сочетаться? Вот зеленый, розовый, черный. Black Pink! Это музыка Band. Ага. Вы уже называли этот бренд в этом раунде. Читос! То есть это чипсы эти, Pringles. Это Pringles. Это Читос. Первая же моя ассоциация с Pringles'ами была. Pringles? Да. Так все, можно вкус не угадывать. Pringles. Pringles. Я заработал Pringles. Вау. А я хотела Pringles. Скорчен.
Это с перцем чили. Ха-ха. Смотри, даже лого поменялся. Ага. Можно попробовать, пожалуйста? Пока будет готовиться новый раунд, мы будем пробовать. Я угадал. Во! Они красные. Они какие-то бело-розово-красные. Смотри, вот так пачку надо взять. Интересно, это уже острота вот эта розовая? Мне кажется, да. Ну, барбекю не самый мой любимый вкус. Мой тоже. Спайси! Угу. Так, давайте лучше что-то вкуснее, сладкое. Да. Следующий раунд. Так, новый раунд начинается. Ничего не видно. Там что-то розовое. Яблоко? Маленькое розовое круглое. Слива, груша, не знаю. Ну что красное может быть такое? Круг. Розовый круг. Попрыгунчик. Попрыгунчик резиновый. Розовый. Так, кушин. Кстати, когда была вот эта накидушка, ярче выглядела розовая. Ты сняла вообще такое, оно ничего такое. Но можно его чуть ближе подвинуть? Чучан тоже смотрит. Ну что, совсем непонятно. Ну розовый чай. И что? Очка. Ага! Поставь. Я знаю! За счет того, что ты передвигала, я увидел, что это хуба-буба! Нет! Это хуба-буба! Это хуба-буба! Да нет мне хуба-буба! Вот она! Вот она! А знаете, почему я понял? Сразу я думал, что это шар. А потом, когда оно упало, я понял, что оно плоское. Но такой формы. А что плоское такой формы? Хуба-буба! Просто я знаю, что хуба-буба это такой пакет длинный, кубический. А ты эту хуба-бубу не знаешь, что ли? Это же твоя любимая. Знаю, но нет, не люблю. Нет? Такая не люблю. Окей, тогда меня не спрашивайте делиться. Понимаю, что маленький. Все, это мой раунд. О, оно отрезает. Все, следующий раунд начинается с большого пузыря. Yes. Сейчас в перерыве между раундами обязательно дам. Вы все хотите? Yes. Так оно так быстро закончится. Новый раунд начинается. Нет, не кока-кола. Судя по маминой реакции, это кока-кола. Да? What? У нас все быстрее и быстрее раунды. Как это можно знать, что это кока-кола? Я тоже не знаю. Что-то темное стоит. Бутылка черная. Там была черная бутылка, я подумала, что кока-кола. И Катя выигрывает очень быстро в этом раунде. Фрут Лупс разве что был быстрее. Да. Окей, давай отправим. Все в перерыве между раундами. А сейчас мы готовимся дальше. Пошли. Ага, какая-то упаковка оранжево-желтая. Читос! 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 Ей! С кока-колой, с жвачками то, что надо. Моя кока-кола. Это, так как мы с Катей вместе отвечали рядышком, я могу поделиться. Короче, давай будем делать длинные перерывы уже. Так как у нас много вкусняшек всяких. Ну я пузырь не надул вам. Ага. Это вкуснее. Да. А что за вкус? Кранчи. Действительно кранчи. Итак, новый раунд. У-у-у. Пока что челлендж достаточно легкий. Синее что-то. Нет. Большое. Нет. Да. Стоп, это мороженое. Ну это баночка какая-то. Синяя баночка, да. Ну что, упаковка. Не-не, как варенье, толстая такая банка. Да? Кстати, я опять, Макс выигрывает из-за моих подсказок. То я Максу про хвостик рассказал. Извини, но это не кушанка, это с сахаром молоко. Круто. То про хвостик я Максу подсказал, потом про банку. Кто о чем мечтает? Потому что я не мечтаю о сгущенке, поэтому я даже не догадался. Я думал, что-то другое. Я еще думаю, какая синька, что там может быть синее или вкусное такое какое-то химическое. А тут сгущеночка родная. А батон будет тоже, чтобы макать? Бутылка кефира. Пол сгущенки. Идем, есть сгущенку, запивать давай. Yes. А макать читосы в сгущенку нормально? Нет. Вкусно бы было.
нам тут подсказывают, что этот раунд будет непростой, а даже сложный. Так, что-то... Мороженое! Не маленькое. Доритос! Фанта! Не-не, не фанта, 100%. Джем! Может, еще один пушин? Единороговый. Что, серьезно? Реально? Но он не единороговый, да? Яблочный сок! Привет! А это ты мне подаришь? Нет, это сок! Это яблочный сок! А я чисто так по приколу сказал пушин еще один. Я не думал, что у нас может быть два пушина в одном раунде. No. Посмотри, такой не даст. Он испачкался чуть-чуть. Вот яблочко. Ничего страшного. Это плющель. Прикольный такой. Молоко, мне кажется, покрасивше будет. Но все равно, если нравятся такие всякие няшные штуки, ставьте лайки обязательно. Это да. Похоже на кондачки. Нет. Хотя. Это же трубочка. Три, два, один. Новый раунд. Начинается. Добавляйте света и хуже. Напиток. Какой-то фанта? Нерц. Вообще майонезная баночка какая-то. Не. Кула. Но это точно не пушин. Это какая-то баночка. Это пушин, это не размер пушин. Соком каким-то, что ли? Яблочный сок. Не яблочный. Тропикана. Там белое с красной крышкой или с розовой. И что-то розовое написано на нем. Покемон дринк. А может это... Покемон дринк. Да. Так, все, я понял. Что это банка. Это банка. Жестяная банка. Это я уже давно говорю. Да? Покемон банка дринк, который... Это банка с напитком Jelly Belly. Покемон. Нет. That's extra sour. Но это известный бренд. Warheads, Warheads, Warheads. Очень бренд так, известный. Так, время листовать Белый... бренды. Перечислять бренды. Но... Dr. Pepper, 7-Up. Исходи, какой 7-Up зеленый? А это 7-Up. Белое... А это белое с розовым. Поэтому, да. Это не очень, надо. Очень не... Не-не, Миринда тоже зеленая какая-то. Ну, фанта, это же типа оранжевый вкус. Оранжевого. А это какая-то типа крем-сода. Как, что, какие-то еще вкусы нужны. Крем-сода. Это не напиток. О! What? Это известный бренд, но это не напиток. Лол. Карби. Кэнди Киттенс. Но это съедобный бренд, мне кажется. Да? Наверное. Мне так... 100%. То есть это не жестяная Пушин. Банка. А, ты окей, на всякий случай. Строберри бонбон. Строберри бонбон. Блю бонбон. Не напиток. Я в растерянности. Ну что, реально банка как будто бы жестяная вот эта с напитком. Ну все, мне кажется, напишите в комментариях, что вы думаете. Что это 100% нерцы. Нерцы? Не, они же квадратные коробки в такой. Три. Да. Два. Один. Позволю. Не знаю. Можно и не подставить, пожалуйста. А что это? Ну мы посмотрим. Что это такое? А вот, вот это! А оно казалось тоненькое! А я вообще забыл, что это существовало! Оно кажется тоненькое. Посмотрите, оно через реально сюда. Как будто бы, ну, как банка маленькая, типа Редбула какого-то. Видишь, оно тоненькое! А я реально забыл, что она абсолютно толстая, но совершенно другого размера, ну, нет. Кажется. Я знаю почему. Потому что оно белое, и мы белое это не видим. А мы видели, знаешь что? Мы видели только вот надписи. Не да. Знаю, только там сильно маленькая. Как, это уходит в наш музей, как это ушло. Ничего нету, кроме Коли. Это все равно невкусно. Нет. Новый раунд начинается. Пушин! Яблоко! Макс! Мак на всякий случай всегда говорит пушин. Фанта! Фанта! Яблоко! Оно далеко стоит. Mountain Dew? Оно далеко стоит. Candy Kittens! И ничего не понятно. Прям капец. А может попросить так же, как с Хуба-Бубой? А подвиньте, пожалуйста, чтобы оно упало и было виднее. Да, подвиньте. Кока-кола! Это баночка маленькая. Dr. Pepper. Есть! Ей! Макс опять выиграл. Я не пойму, это какой-то визуальный обман. Вот эта баночка казалась такая, вот такая высокая. Да. Этот экран реально ее как-то уменьшил до такого размера, как будто бы есть такие маленькие-маленькие кока-колы. Да. Ну, в общем, бери. Ты заработал в честном бою. Кстати, мне кажется, или новая упаковка у доктора Пеппера стала? Да. Цвет поменялся, да? Я не часто дринкаю доктор Пеппер, так что... Вкусно, наверное. Камон, это наш предпоследний раунд.
И что? Пушин. Доритос. Пушин. Пушин? Доритос. What? Доритос. Синий? Это Cool Original. Ага. Мой любимый Cool Original. Кать, а ты поделишься же, да? Ты же делилась со мной моими читасами. Ладно. Я как ты угадала? Я синий цвет и не подумал, что синий Доритос. Я думал, он как-то других цветов разных. Там с винегаром. Если честно, это Cool Original. Это самое нормальное. А я вообще думал, что это Пакис. Кстати, да, больше похоже на какие-то синие штуки. Короче, мы готовимся к самому последнему раунду. И я надеюсь, что я тут выиграю в нем. Ну что, дети в последнее время все выигрывают. Итак, все готовы к самому последнему, самому важному и, возможно, самому вкусному раунду? Да. Пушин. Нет, это не Пушин, это опять банка Кока-Колы какой-то. Нет, это опять Доктор Пеппер. Хорошо, я могу сказать, что это опять какой-то типа маршмеллоу. Ну банка, с чем может быть? Кока-кола, Доктор Пеппер. Так, так как оно выглядит большим, значит, это не банка Кока-Колы. Банка Кока-Колы поменьше размером. Что же тогда? Я думаю, у нас есть пакет такие Кока-Колы. Чипсы всякие? Но оно точно красное. Но это же не Кока-Кола. Не Кока-Кола. Нет. Кенди Китнес. Ну, оно выглядит большим. А подвиньте, плиз. Да. Так, это стеклянная банка, предположим. Не стеклянная. Фанта? Это съедобная? Это съедобная. Не питьевая? Ну, жестяная банка, значит, если не стеклянная. И не жестяная. Желейка какая-то. Это еда или дрик? Хорошо, что это может? Давайте так размышлять. Если не жестяная. А вот эти wax bottles, которые надо откусить, вы... Смотрите, не жестяная банка и не стеклянная. Что, пластиковая, что ли? То есть это пластиковая упаковка с чем-то. Какой-то пакет. Сладости. А, вот этот. Не оно. У Кати была очень хорошая подсказка. Какая? Вот эти желейки. Ну это что, и еда, и жидкость. То есть это желе. Как это, если и еда, и жидкость? А, алоэра, дрейн. Погоди! Еда и жидкость. Чай с пельмешками? Еда в кавычках. Ну я так и понял, то есть желейки какие-то, ну что такое? Желейное, мягкое, сиропное. Это 100% бабати. А, ну, еда, кефир какой-то. Его надо брать ложкой. Ложкой? Йогурт. Ну, жидкий вот. Йогурт. Оптимель. Сметана. Я тоже про сметану думала. Ее надо брать ложкой. Это же... Три. Плиз, передайте себе двинь, плиз. Один. Кока-кола? Это сок. Это на порошок вот этот, хот-чоклет. Мальтезер, что ли? Ну, это не считается. Я не считаю, что я выиграл. Это просто я уже догадался в конце, потому что придвинули, и уже было видно хоть какие-то очертания. Ну что, поначалу это невозможно было угадать. Оно даже и не жидкое. И ложкой брать никто из нас не додумался, что это порошок вообще. То есть я согласен, что я не выиграл. Я это уже практически увидел, когда она близко подошла к нашему волшебному экрану. Кто хочет хот-чоклет? А никто не заслужил. Никто не заработал хот-чоклет. Как вы считаете, мы достойно сражались? Достойно вот угадывали? Да. Или что-то было вообще какое-то совершенно для вас легкое? И вы думали, как они это не могут угадать? Если вам понравилось такое видео, напишите нам в комментах, и мы, может, что-то еще такое замутим. Было интересно и весело. Макс за одно видео заработал целого Пушина. Почти два. Почти два, потому что почти. Я же не буду Пушином играть. Я поставлю Максу в коллекцию. Понравилось, если наше видео, ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Да. Чтобы notifications получать. Как это по-русски? Notification, да. Уведомление. Au revoir.